Всем добрый день. Сегодня получила посылочку от интернет-магазина Faberlic. Заказы, новинки в основном по первому каталогу уже 21 года. И главное, что очень приятно. Один Faberlic вспомнил, что у меня день рождения, и прислали мне сумму денег и сказали, выбирайте, что душе угодно. Ну, что мне угодно. Хоть говорят, что, ой, это плохой подарок. Мне очень нравятся вот эти. Я маленькую заказывала, а это объем 24 сантиметра сковорода. Такую сковороду, мне она очень нравится. И краску для волос. Вот, светлая, немного со цветом не угадала. Ну, на лето, наверное, будет. Я очень благодарна Фаберлику. Я их благодарила уже. Вот. Но я вам скажу, единственный подарок от... Что очень приятно. Любому было приятно. Теперь посмотрим заказ мой. Здесь уже каталог номер 2. Подарки влюбленным в каталоге уже предлагают. Тоже и сковороды, и посуда, и парфюмерия, и для макияжа, и для дома. Новинок, ну, очень много, очень. Смотрим. Заказала для устранения запаха, иногда надо. Шарики такие. Вроде неплохо действуют. У меня и запаха нет, но взяла, может, когда и понадобится. Вот такие шарики. Дальше. Таблетки для посудомоечных машин. У меня нету, у дочки есть. Она заказала. Эффективно очищает, придает блеск, не требует соли и ополаскивателей. Соли, правильно, 20 таблеток здесь. Запечатано все. Отзывы хорошие об этих таблеточках. Ну, пусть пользуется. Далее. Шампунь такой заказала. Шампунь интенсивно питает от корней до кончиков. Возвращает природный блеск, упругость, бережно очищает волосы от любого типа загрязнений. Вот такой шампунь. Сколько? 250 миллилитров. Вот такой шампунь. И к нему же заказала маску для волос. Такая же, с аминокислотами. Питающий уход, ухаживает, питает. Вот такая маска для волос. Еще маска для волос. Двойное питание с аминокислотами. Зимняя терапия. Вот такая маска для волос. 200 миллилитров здесь. Так, теперь макияж. Тонизирующая скраб актив для тела, антицеллюлитный вот такой. То мои девочки заказывают вот такое. Откручивается, посмотрим, что оно. Запечатано, не будем распечатывать. Это не для меня. Что мы там увидим, правда? Далее. Вот себе я карандашик для бровей заказала. Вот такой. Бровки подводить. Карандашик. Тоже девочки писали. Отзывы хорошие, я почитала. Думаю, ну возьму, пусть будет.
Далее. Гель-крем-сияние. Такой гель-крем-сияние 30 мл. Виробник Корея. Производитель Корея. Очень много написано, но очень мелко, очень-очень мелко, что крем-гель сияние тоже то для моих девочек. Далее. Блюр крем. Крем для лица. Состав на английском. Здесь эффект фотошопа. Суперсредство для качественных селфи без ретуши и фильтров. Словно ластик за одну секунду стирает морщинки, маскирует и так далее. Вот такой крем. Еще крем с жемчужным эффектом. Ну, все в тюбиках, что там. Тюбичек. Тут запечатано, наверное. Не запечатано. Запах слабенький. Резкого нет. Слабый, приятный запах. Что он дает, этот крем? Придает лицу свежий, безупречный вид. Легкая текстура с перламутровыми частицами. Выравнивает тон кожи и дарит ей здоровое сияние. Ну и хорошо. Тоже это все для девочек. Они любят это дело. Так, дальше. Краску себе. Вот это мне подойдет. Цвет. Цвет пшеничный блонд. Вот он подойдет мне. Как сейчас у меня цвет волос. Далее. Малина. Это для рук. Мыло жидкое. Пишется очень вкусно, но несъедобное. Да. Пахнет изумительно. Удаляет запахи резкие. Селедку будете чистить или что. Помыли ручки этим мылом и все. Запаха нет. Вот такой обзор. Ссылки на Фаберлик оставлю под видео. Также дается скидка вновь зарегистрированным. Скидка 30% на любой товар из всего ассортимента. Так что, пожалуйста. На день Валентина можно делать заказы. Тут что хорошо? Не успел заказать, и уже два дня, через два дня, и пришел заказ. Так что можно легко, можно с удовольствием пользоваться. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого.